Ой, Василий, добрый вечер, добрый вечер. Вы знаете, что мне сейчас позвонила еще одна женщина, покупатель на квартиру, которая сказала, что хочет ее посмотреть. Вот, ну, она говорит, что ей срочно надо, говорит, можно там с утра. Я говорю, ну, знаете, я ей объяснила, что мне ехать надо, что завтра. Короче, я с ней договорилась на завтра на 6 вечера. Я даже не знаю, понимаете, вот на 6, но я ей сказала так. Она говорит, можно чуть пораньше. Я ей сказала, знаете, что я из Петергофа, мы из Петергофа поедем. То есть, если чуть пораньше, там на полчаса, то я ей как бы позвоню. Потому что самое главное, чтобы как-то она с тем, наверное, мужчиной как-то не столкнулась. Или как вообще это делается там, я не знаю. Ага. А, ну хорошо, хорошо. Вот. Я по поводу того, что может быть чуть как-то пораньше, или как бы там, как бы вот у кого-то что. Ну, вы знаете, что я, в принципе, нормально с ней договорилась на 6. Ну, вот, ну, нет, ну, с другой стороны, правда, я сказала, что я как бы еду, а с другой стороны, ну, да, один, второй как-то посмотрит, а я что, я же не скрываю, я же объявление дала, я показываю, вы понимаете, да? То есть я как бы, и как бы ехать надо. Ну, как бы. Ну, потому что, знаете, вот она, тот мужчина как-то почти ничего не спрашивала, она как-то все спросила, говорит, вот как там, в общем, как-то квартира ваша там, в общем, чувствует там. Ну, в общем, как-то так. Но она мне сказала, что ей срочно надо, и она сказала, что за 5 700 вы мне продадите, если я вот уже покупаю за 5 700. Я ей сказала, что да, говорю, за 5 700 я вам продам. Ну, в общем, да, но, честно говоря, ну, как, ну, понимаете, я подумала, что два клиента лучше, чем один. Вот. Да, но с другой стороны, она сказала, с мамой придет. Вот, но с другой стороны, конечно, лучше, конечно, мне мужчине продать, потому что, ну, как бы я хочу, чтобы, ну, вы понимаете, да? Ну, в общем, да. Да. Да, ну, в общем, да, я, в принципе, тоже, я подумала, вы понимаете, как-то она еще так сегодня позвонила. Ну, понимаете, хорошо, что, как бы, знаете, вот, как бы все отзвонились, которые хотят посмотреть, чтобы, ну, не специально, это сразу всем показал, вы понимаете, да? Нет, никаких фотографий нету. Я не успела, но я им предлагала, я мужчине предлагала, я ему сказала, что если вы хотите, я вам могу выслать и видео, и фотографии. Ну вот, а они все говорят, и он сказал, что фотографии не надо, он говорит, я вживую. А эта женщина, Инна, она сказала, что она живет там вообще рядом. Она говорит, я здесь рядом живу, в общем, и как-то мне срочно надо, в общем, и рядом она там живет, поэтому, в общем. Ага, ну ладно, ну победе, ну хорошо, ну победе, вы точно завтра приедете, да? А, ну нет, я просто такой, просто я с ними со всеми договариваюсь. А, ну хорошо, хорошо. В общем, вы мне еще позвоните, да? Ну договорились. В общем, вот так. Татьяна Салмановна, Мартум Сейфуддин. Это я.